Это же как раз проблема социальных сетей. Значит, когда ты хамишь в социальной сети, тебе не дают по лбу. Вот. Когда ты хамишь реально, тебе дают по лбу. Вот. И ты три раза думаешь, у тебя формируется как бы торможение на некое социальное поведение. Потом родители удивляются, а что это вот мой ребенок послал меня на три буквы, и... но потому что он уже тут в сети всех послал на три буквы. А в жизни ему не приходилось. Ну, не сталкивался с этой необходимостью, и поэтому, если бы ему приходилось, ему бы дали по тыкве, и тыква бы стала варить, горшочек этот бы стал работать.